У меня скопилось достаточно много посредственных игр, которые мне присылали разработчики. Я решил начать их разгребать. Почему-то я отобрал сначала три игры, которые чем-то напоминают Dark Souls. По крайней мере, в самом начале мне так казалось по скриншотам. Так получилось, что контента там очень мало, поэтому я решил объединить все игры в одно видео. Это решение мне пришло в голову только после второй игры, поэтому если мне будет лень все это вырезать, то я буду в начале каждой игры здороваться и в конце прощаться, разумеется. Что ж, приятного просмотра. Привет, сегодня мы поиграем в игру под названием «Дом отдыха 2. Волшебник», если переводить на русский. В общем, это приключенческая игра, которая напомнила мне Dark Souls по скринам и трейлеру, поэтому я здесь. И погнали. Раз это вторая часть, то значит была и первая. Но я бы не сказал, что меня особо-то впечатлили скрины. Просто мне уже достаточно давно прислали ключ к этой игре. И я все никак не находил время, чтобы начать играть. Так, вот мы появились. У меня даже работает геймпад, но он работает очень криво. Да, я не буду играть с геймпадом. Вот и решили. Потому что это нифига не работает. Я могу только передвигаться. А, видимо, мне даже не в ту сторону. Стоп, а здесь есть настройки? Можно продолжить, блин. Здесь нет настроек. Я без понятия, как драться. Он не хотел сначала доставать меч. Да, зашибись. Я здесь в этой игре чисто из-за того, что мне надо ее покрыть. Вот и все. Я не возлагаю на нее какие-то большие надежды. Можно даже с самого начала заметить, какого уровня эта игра. То есть такая игра должна распространяться исключительно на бесплатной основе. А не продаваться. Хотя, возможно, за все то время, что я в нее не играл, ее сделали бесплатной уже. То есть это враг. И у меня с ума сходит персонаж. Ты друг или враг, блин? Блин! А, хорошо. Я уж думал, застрял. Эй, мужик. Эй, мужик. Я не знаю, как разговаривать, на какую кнопку. Блин, а если я дальше не смогу пройти без разговора? Блин. Как говорить? Тут даже управление нигде посмотреть нельзя. О, этот тоже встал. Ты дурак. Он разговаривает со мной, что ли? На какую кнопку можно говорить? Я все нажал, возможные. О, во, открыли проход. Да уж. Это было странно. Бежим. На прыжок стамина не тратится. Зато на перекаты тратится. Можно спокойно, значит, просто бегать. И прыгать, потому что на бег тоже ничего не тратится. Где враги? Я уже хочу кого-нибудь отлупить. Все, не надо, не надо, не надо. Не продолжайте. Я и так все понял. Двойного прыжка у меня нет. К сожалению или счастью. Я могу спокойно через текстуры пробегать, кстати. Зачем я их оббегаю, если можно вот так вот бежать напрямую? Ого, ого. Эти уже материальные. А вот и первый враг. Ну отдыхай, блин. Фокусироваться здесь нельзя, кстати. Нормально, он улетел и меня откинуло.
Эта битва была легендарной. А я застрял, я не могу там пройти. Может, если я пробегу здесь? Да, та идея. И шаг. Суть в том, что я не могу просто прыгать. Я могу прыгать только если бегу. Вот в чем суть. Здесь даже заставки есть, ничего себе. Блин, если это вторая часть, то как вообще выглядела первая? И раз они решили делать вторую, то значит первая зашла. Но, блин, наверняка у них маленькая команда. А чтобы такое сделать, все равно нужны. Вот они подписывают. Ой, Shift плюс пробел, блин. Чтобы такое сделать, все равно нужны навыки, время, силы. Поэтому это все достаточно сложно. Да боже. Может, мне легче новую игру начать? Дальше больше, я думаю. И лучше. Лучше бы они сделали одну игру на час, но зато проработанную. Эта игра ведь у них наверняка там часов на 5, на 10, может на 20, кто знает. Но чтобы, например, эту локацию сделать, не надо много сил тратить. Это же Ctrl-C, Ctrl-V. Просто одно и то же надгробие, они его уменьшали, увеличивали, наклоняли. Одно и то же дерево. Воткнули какое-то здание, даже вот враг один и тот же. Просто этот здоровый, а эти маленькие. Мышка где? Так, где меня заспавнили? В самом начале, то есть... Я до этого сказал то, что возможно эта игра на... 5-10 часов, я ошибался, возможно, она и есть на час. Достань меч. Он сам его тогда достал, или я на какую-то кнопку нажал? Блин, это издевательство. Тут есть какие-нибудь костры, на которых можно сохраняться? Не, ну это жесть. Надолго я здесь явно не задержусь. Но все равно им стоило лучше прорабатывать свою игру. Больше уделять ей времени, любви, сил. Сделать одну локацию, но очень красивую, очень качественную. Например, просто арену, на которой бы бесконечно спавнились враги. Как по мне, это намного лучше, чем вот когда ты делаешь, ну, какую-то ерунду откровенную. Шрифты стандартные, уродливые. То есть пока ничего такого, что могло бы зацепить, чтобы ты поиграл и такой, блин, эта игра такая классная. Жду продолжения. Да бей. Как хилиться-то вообще? Ты кто? Дурак. Я не могу бить и делать перекат. А там еще здоровяк один есть. Нормально он улетел. Я не буду с ним драться. А он застрял, да? Ну вот и чудесно. Я надеюсь, меня слышно, кстати. А то вдруг этот мужик нереально громкий. Блин, мне так не хочется сейчас проверять звук. Да, и меня слышно просто чудесно.
по сравнению с этим мужиком. Но я не стал прибавлять звук, не знаю почему, мне было, наверное, лень. Блин. Ладно, теперь прибавил. Но я не думаю, что вообще кто-то будет смотреть эту игру. У меня. Мне чтобы пройти, что надо сделать-то? Надеюсь, не убивать этого чувака. Я просто не слушал, что говорит тот мужик. Блин, если драться с ним, то я не смогу его убить. Мы можем его бить как крысы. Ах, он сам крыса. Если я сейчас сдохну, придется начинать опять сначала. Блин, может, тебя надо отвезти куда-то туда, к другим людям? Может, к тем двум бомжам? Где один валялся? Как хилиться? У меня вот никакой хилки даже нет. Сюда лучше не бежать, там враги. Давай вокруг побежим. Прогуляемся. Смысл вот от этих текстур, если через них можно проходить. Блин, этот дурак застрял. Идем. Я тебя веду к твоим друзьям. Никаких звуков вообще нет, тут никакой музыки нет. Никаких настроек. Ничего, сам должен просто разбираться с этой игрой. Нет, не надо вам его. А почему он в майке? Ладно, идем героически погибнем. Не знаю, зачем я сюда вообще бежал. Ох. Можно в прыжке бить. Блин, я просто не хотел умирать. Если бы я сдох, все бы достаточно быстро закончилось. Все, еще один удар. И он улетел. Может, мне сначала надо идти туда и опять взглянуть на всю эту ерунду, которая там расположена. Но я этим заниматься не хочу. В общем, наверное, уже можно делать какие-то определенные выводы. Да, ладно. Вот такая вот игра. Думаю, каждый ее оценит по-своему. Кому-то она может даже очень сильно понравиться, кто-то захочет ее купить, поиграть, пройти до конца. Я же этим заниматься не буду, поэтому на этом мы заканчиваем. Пока. Привет, сегодня мы поиграем в игру под названием Slave Blade. Это у нас, как я понял, какое-то подобие Dark Souls, который имеет в Steam очень отрицательные отзывы. Эта игра у меня появилась, когда она еще стоила денег. Сейчас она распространяется на бесплатной основе, но я все же решил на нее взглянуть, поэтому погнали. Старт. Новая игра. Да боже, задолбали, просто начните игру. Так. Но я уже слышу, что нифига здесь нет по музыке. У нас очень много кнопок. Достаточно странные звуки. То есть он бьет, есть звук, обратно бьет. Звука уже нет. А как бегать? Как передвигаться-то? Думаю, немножечко мы в эту игру поиграем. Посмотрим, действительно ли она заслуживает такие отзывы. Да блин, а фокусироваться здесь можно? Здесь нельзя фокусироваться, видимо.
Блин, так странно играется. Очень странно. Добрый день. Из-за того, что не фокусируется, очень неудобно играть. А когда меня успели ударить-то? Плюс камера очень близко расположена ко мне. Как отдалить-то ее? Алло. Вот, нормально. Или это я сам тогда приблизил? Вот это что такое? Это новая броня? Нет. Я только умею делать кувырок. Вот это что? Все, отвали. Два удара. Блин, да я нифига делать-то не умею. А если так? На клавиатуре я могу менять. Вот в чем смысл. Блин, эта иконка, вот эта третья, как в Доте. Скилл у одного персонажа. По крайней мере, мне почему-то кажется похожим. Не, пока это очень странно играется. Никакого сюжета здесь нет. Новый меч. Блин, это очень странно. Я сейчас сдохну, судя по всему. Я сдох. Прикол в том, что я не могу бегать. Как бы на какую кнопку бегать? Я могу отдалять камеру, приближать. О, вот, бежит. Нормально. Это потому, что я кнопку нажимаю, или он сам по себе бежит? Я просто не хочу драться, я хочу бежать. Беги, беги. А у них нет привязки? Блин, нет, нет. Это крыса. У них нет привязки к локации. Они готовы за тобой бежать до скончания веков, судя по всему. Да уж. Ладно, наверное, эта игра в какой-то степени заслуживает эти отзывы. Ну, потому что я бы не сказал, что в это интересно играть. Да, игра бесплатная, например. Ты фанат Dark Souls. Ты такой, о, халява. Поиграю-ка в это. И что на деле? Ты получаешь просто какую-то ерунду. Им стоило больше внимания уделить различным мелочам. Ведь как раз из мелочей все и складывается. Те враги. Сейчас полгода будем драться, да? Нифига не вижу уже. Ладно, он сдох. Лупась давай. Им стоило хотя бы бесплатную музыку добавить в игру. Или свою сделать, хоть какую-то отвратительную. Блин, вот этот меня постоянно убивает. Я бы на самом деле уже даже закончил с этой игрой, но получается слишком уж коротко. Сколько, 7 минут или меньше? Жестко. Если я вот этого пробегу, он пойдет за мной?
А этот выжил, оказывается, в придачу. Блин, это свойство моего оружия, что ли, вот эти корни вонючие пускать? Это же так тупо. Им стоило больше уделить времени на управление. Сделать фокус на врагах. Потому что это вообще жесть. Бьет непонятно куда. Вот эти корни добавлять не стоило. Это наоборот, как по мне, только хуже делает. Бежим дальше. Давай, умирай. Чувачок. Возможно, у меня будет период, когда я буду играть только в отвратительные игры. Но это связано с тем, что они просто у меня скопились в огромном количестве. Что ж. Можно тогда на этом закончить. Вот такая вот игра. Думаю, каждый сам сделает для себя какие-то определенные выводы. Кому-то эта игра, может, даже очень сильно понравилась, и он захочет в нее поиграть. Напоминаю, что она бесплатная. Поэтому попробовать свои силы может любой желающий. Я же на этом заканчиваю, поэтому пока. Игра под названием «Сила меча», которая завершает сегодняшнюю подборку игр. Из трех игр мне она кажется самой перспективной и даже имеет цену в Steam в размере 30 рублей. А еще к ней продаются дополнения по 3500 каждая. Достаточно странное решение, но ладно, компания. Первый уровень. Был какой-то замок, видимо, никаких субтитров здесь не будет. И был бог, который все это сотворил. Была другая вселенная параллельная, в которой жили демоны, и вдруг они ворвались в обычный мир. Стали терроризировать. Тут спустился бог. И такой: о нет, ангел, иди. Ты должен спасти этот мир. И, наверное, нас и послали, да? Та-да! Дайте мне уже подраться. Гоблины-лазутчики. Круче, чем кажется. А вот и мы. Так, погоди-ка секундочку. Ладно. Почему у меня подписано управление для клавы? Я играю на геймпаде. Это один и тот же удар или нет? Может отключить геймпад? Но, блин, на клаве будет вообще неудобно играть. Это что, дальний бой? Блок. И он сам фокусируется на врага. Достаточно удобно. Блин, очень глупо то, что мне не подписывают управление для геймпада. Вот тебе. Крыса. Вот эта кнопка ничего не делает, да? Смена цели. Блин. Не, я сам не разберусь с этим управлением. Но оно мне и не нужно. А они так и будут здесь спавниться, то есть...
Да блин, я же только что их метал. Было бы прикольнее, если бы ты просто ходил, сам находил врагов, а тут получается как просто арена. Ты, видимо, сражаешься с одними, переходишь к другим. А у меня закончились метательные ножи. Он, видимо, доволен собой. Да, то есть, следовательно, вся вот эта кампания заключается в том, что там набор арен, правильно? И ты по этим аренам бегаешь и дерешься. Угу. Изменить снаряжение, но я нифига изменить не могу. $30,000, а у меня сколько? 29 000 очков. Здесь, видимо, уже какой-то босс или что? Солдат-разрушитель. А, это обычный солдат? Время молота. Это обычный солдат, серьезно. На, на. На. Ну ладно, мы сейчас все ножи потратим, которые нам выдали на уровень. Блин, на что нажимать-то надо было? Держи, уговорил. Да он крыса. Да ты задолбал. Может реально на клаве играть? Все, он откинулся. Спасибо ему за это. Вот этого давай гаси. Да ты задолбал. А если вот этот говнюк будет между нами стоять? Я, видимо, сейчас просто откинусь. Я сдох. Угу. Угу. Ладно. На что нажать-то? Я буду играть на клаве. С очень неудобным управлением. Давай, давай, погнали. Все, пропускай, пропускай. Прыжок, то есть смерч. Рубка в прыжке. Да блин, нифига не выходит. Сначала надо shift. Вот это щит, да? Да блин. Это очень неудобно. На клаве очень неудобно играть. А, нет, сначала надо вот так сделать. Давай, давай. Понять не могу. Почему не работает? А, то есть это надо быстро, что ли, нажимать? Не, как-то все равно глупо. Видимо, я сейчас сдохну. Ладно, на геймпаде хотя бы удобно было играть. Последний раз пробую. Да блин, погнали в бой. А, то есть очки, которые я зарабатываю, мне остаются, правильно?
Я понял то, что вот эта кнопка, это как shift. Осталось разобраться, что за это кнопка. Да ты дурак. Блин, я сейчас опять сдохну. Паразит какой, умри. Умри. Гадина такая. На. Не, ну я сейчас опять откинусь. Это экстрасенсом не нужно быть, чтобы это все понять. Ну, умри. Умирай. Ладно, судя по всему, мы умрем. Бог явно послал не того, кого нужно было. Потому что мы не справляемся с поставленной задачей. Наверное, если разобраться в управлении в этой игре, то она получится достаточно средненькой. Как раз-таки на 30 рублей. Где можно проводить свое свободное время, по крайней мере, из всех трех игр. Это действительно лучше всего. Ладно, я думаю, на этом можно закончить. Вот такой вот был видосик. Пока!